почему ничего не говорить? Теперь записываю. Хорошо. Да, 0-2, ребята, горим какому-то. Да, причем обе партии очень странно были играны. Что нами, что нашим соперникам. Ну. Побьем пешкой Е. Потому что на пешке Д нам слон Б5 шах, какие-то такие варианты. Конь F6. Да, ну, слон F7, получается такая чуть-чуть странная разбенная французка. И Никите опять нужно убрать значок скайпом. Да, постоянно у нас какие-то беды сегодня происходят. Либо зевки, либо интернет вылетает, либо зевки и интернет вылетает в одной партии, что чаще всего. Король G2. Ты сейчас должен был задуматься. А, странный ход, да? Да. Ну да. Да нет, король G2 просто нормальный ход, поэтому я не задумался. Побили на D3, побили на E5. Поставили коня на e4. Ферзь d3 будет просто. Ага. Ну побили на e5. Как бы тут подобосты чуть-чуть. Давай побьем на e5, да, не снится. Все, пешка теперь будет. Не, ну у белого получится. А, ладью побил. Не хочет обострять. Ну пацан d3 же. Ой, пацан d6. Ладья уйдет, слон g5 будет угрожать. Слон ушел, уйдет в свою идеальную позицию. h6. А куда мы хотим? На b6? Да, пока куда мы хотим. Ферзь d7? А, ну, нет, ферзь d7 это было удачное решение, да, в духе всех остальных наших сегодняшних партий. Да. Так, ну, слон... А, так, а это для чего? Ну, потому что грозил ладья e1, уже это была бы связка неприятная. Надо принимать меры какие-то. Надо вторую быстрее выкатить. Вот так вот, да? Ну да, хотим поменяться. Как это неожиданно. Сейчас какой-нибудь не играет. Ну надо d6, да. А, на d6 нельзя ставить. На d6 нельзя, можно сначала побить, потом поставить на d6, но это пассивно. Ну, на опять тогда? Попить придется. Да, и поставить на d6, но это пассивно. Поставить на d6 придется, но это пассивно, да. Что ж поделаешь. И мат мы никого не сипаем. Потому что есть конь f8. Угу. Порточка. Сейчас конь пойдет на f8, на e6 и на f4. На f8, на e6 и на f4. Да, и белые все это время будут стоять на месте, поэтому... Да, будут ходить А3, А4, А5 и... Да, это именно их план тут. Пока он осуществляется. Не, ну, видимо, в какой-то момент последует ферзь e5, а не ферзь e3. Ферзь e5 это все-таки не ты играешь. Никто не захочет менять ферзей. Ну да, точно, я и забыл. Тем более, что там после ферзь e5 размен конь f4 и конь d3. Ну вот. Вовремя сказал, правда? Да. Конь d3. Пешка упала. Почему ты уверен, ходит f4? Это он не отдаст, да. Конь d1? Да, вот пешка опять, конечно. Конь d1, у нас 2-3 проходные, 2. Да хоть 5, дай подумать. А4. А4, думаю. Конь c5. b3 и b6. Ого. Ты прямо в силу Гудини играешь. b5 надо играть. b5 не надо играть, наверное. А, там же на c3 у нас станет конь и защитит на a4. Нет, b5 может все-таки надо играть. Надо играть быстрее, я тебе могу так сказать. Нет, не надо играть быстрее, надо вот сейчас не ошибиться. Там уже можно будет играть как угодно. D4. Грозим D4, ребята. Или B4. Да. А как за... Конь же C2 пункт прикроет. Блин, я на коне F6 уже занес фигуру. Вот никогда не заносите фигуру. Он успевает или нет? Не могу понять. Да, должен успеть. Ужас. Ужас. Так, а так он не успеет. Так он не успеет, да.
Не успеет на c3 поставить коня. Да. Коня, нашего коня зато съест, но... Да, но это достаточно. Конечно. Вот так вот. Вот так вот. Все, объели там. Там понятно все. В общем, всем стало все понятно. Здесь съели. Надо сдаваться, нет? Вот оно. Сила, сила. Теперь мы можем сделать много ходов, не глядя на доску. А это всегда приятно. Нужно не поставить пад. Нет. Мат. Спасибо всем, ребята, за внимание. До новых встреч. Никогда не играйте в шахматы так, как вы это видели в данной партии.